Вначале 110 километров на лесовозе. 30 градусов мороза, за 30 градусов мороза я на лесовозе уместился где-то между кабиной и вот этим штабелем, который он перевозил. Ну, только одно об одном думал, чтобы только руки выдержали, потому что я руками держался, там постоянно скользила эта площадка, на которой я стоял. В Белом Яре зашел к какой-то старушке, отогрелся, переоделся и пошел на станцию. На станции самое главное было не попасться на глаза милиции. У меня абсолютно никаких документов не было, кроме удостоверения ссыльного, и в этот населенный пункт с этим удостоверением ссыльного я уже не имел права показываться. Ну, проехал где-то 4 часа на товарнике. Вот, потом после этого на автобусе, на обыкновенном, доехал до Томска, потом из Новосибирска до Свердловска. В Свердловске у меня уже был паспорт, не мой паспорт, совершенно с другой фотографией. Вот, и по этому паспорту я купил билет на самолет и прилетел в Москву. Это было очень дорого, и мотодельтапланы, проживание вот в таких вот беговых условиях, если можно так сказать, в бегах, потому что бега, я еще раз повторяю, это требует очень много денег. Я заработал эти деньги, и в ноябре 90-го года стал строить мотодельтаплан в военно-воздушной академии имени Жуковского. Конечно, я не говорил, что я Олег, что моя фамилия Михайлов, я называл совершенно другим именем, под другой фамилией. Есть такая фирма в Москве, Гидроэр, там очень крепкий профессиональный отряд мотодельтапланеристов под руководством многократного чемпиона Союза Андрея Кареткина. Это не является тайной, потому что КГБ уже знает, кто мне построил мотодельтаплан, кто учил меня летать и так далее, и так далее. Первая попытка была в мае месяце. Свалился, сломал аппарат, сломал 3 ребра, порвал мышцу на левом бедре. Вот. Через месяц, с 19 на 20 июня, я опять был в том же месте, в Гродненской области, где-то 75-80 километров от границы. Но планировал следующее. Перелет опять всей Польши, заправку где-то в каких-то там полевых условиях, как-то где-то покупать бензин, но лететь в Германию. Потому что я не знал, не был убежден, выдадут меня поляки, не выдадут меня поляки в Советский Союз обратно и так далее, и так далее. Тем более, что здесь есть советские войска и прочее, 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 прочее. Нужна была Германия. Но через час 40 полета уже на польской территории, где-то в километрах 50 от границы, у меня оторвался резонатор, вышел в плоскость винта, винт обрубило, я с высоты 700 где-то метров, ну, стал планировать на сосновый лес. Почему именно мотодельтаплан? Потому что мотодельтаплан давал мне возможность или перелететь границу, или они меня сбивали над границей, то есть третьего было не дано. Потому что не было, для меня было лучше и легче в этом движении, в полете, в уходе от дьявола, в борьбе с дьяволом, умереть, перестать существовать телесно, потому что меня не убивало, душа у меня оставалась человеческой, я защитил себе человека. Как родился мой бунт против СССР? Он родился вместе со мной, то есть с рождением моего мировоззрения. У меня сразу же начало возникать чувство, мыслей не было вначале, просто чувство, что дядя взрослый играет в какую-то непонятную игру какую-то нехорошую, нечестную игру, вот так. И вот когда мне было где-то лет 25, я в это время уже закончил образовываться в институтах, я был тогда активным спортсменом, выступал, я работал преподавателем в институте на кафедре физвоспитания в Алма-Ате. И так возникла такая ситуация, что я должен был заменить друга одно время в школе, в обыкновенной средней школе. И вот здесь, когда я пришел в эту школу, это был где-то 72-й год, это 19 лет назад, там я столкнулся с активным проявлением вот этого зла, вот этого дьяволизма. Я говорю еще раз, когда это касается только тебя одного, это где-то как-то абстрактно, это естественно. А когда тут сталкиваешься, когда уродуют детей, в учительском коллективе то же самое. И мало того, что уродуется учительский коллектив, уродуются дети, которые проходят здесь курс, очень обширный курс лжи, лицемерия, ханжества, подсиживания, подглядывания, шпионажа, доноса на своего ближнего. То же самое
в учительской среде, психологический климат, филиал ада. Мало этого, плюс есть какие-то законы у них там, якобы, хотя они не работают, законы эти. Это все бумага. В тоталитарном государстве не может быть никаких законов, никаких партий. Ничего там этого нету. Руководство школы было просто элементарно, с точки зрения советских законов, элементарными уголовными преступниками. Они просто-напросто воровали деньги в школе. Воровали сами, помогали воровать руководителю районного масштаба, заведующей РАИНО. Заведующей РАИНО эти часть денег передавала в городской отдел народного образования, то есть уже руководителям народного образования столицы Советского Казахстана, Алматы. Те из района городского отдела народного образования передавали деньги в горком партии. Я написал заявление в ЭБХС города. Меня тут же уволили с работы. Я через суд полгода восстанавливался. Как молодого специалиста меня восстановили на работе. Но в чем дело? Дело в следующем, что зав. РАИНО, ну, женщина, у нее муж работал третьим прокурором республики, Казахской ССР. В тот момент, когда я подал заявление на этих людей, моя, собственно говоря, участь и вся остальная судьба была предрешена заранее. Дело все в том, что в Советском Союзе с хрущевских времен, когда он сказал, что в 70-м году он перегонит Америку, а в 80-м построит коммунизм, он сказал, что у нас нет инакомыслящих, у нас есть только люди больные. По отношению ко мне поступили несколько более изощренно. Меня обвинили якобы в том, что я хочу сжечь себя на Красной площади во время демонстрации 1 мая или 7 ноября в знак протеста против тех несправедливостей, которые есть в Советском Союзе. Признали меня, значит, психбольным вот с таким вот диагнозом, вот с таким вот, значит, направлением бреда, как они это изображали. Это давало им возможность отнести меня к категории социально опасных. И в любое время, без суда и следствия, забирать то ли органам МВД, то ли органам КГБ. То есть жизнь моя, начиная с 1973 года, протекала, так сказать, в условиях психиатричек и тюрем. Подвергался лечению так называемым сульфазином, это взвесь серы в персиковом масле, когда температура поднимается за 40. Когда ты не можешь ни повернуться, ни лечь, ни встать, это не можешь принимать пищу. Вот после первого сеанса сульфазина у меня вес упал где-то со 115 килограмм до 80, потому что месяц с лишним, пока проводился против меня лечение сульфазином, что если в смирительной рубашке ты будешь лежать спокойно, то, в принципе, можно терпеть. В наручниках тоже, если ты будешь себя вести спокойно, тоже можно терпеть. То от сульфазина никуда уйти нельзя. Арестован я был в конце 78 года, был обвинен по двум статьям, как я уже говорил, антисоветской агитации и пропаганды, статья 70, и измена Родине, статья 64. Общий срок 13 лет лагеря и 3 года ссылки, строгого режима лагерь и 3 года ссылки. Ну вот, в принципе, все, что я могу сказать об аресте. Так, ну еще могу добавить следующее, что вот это шестилетнее, так сказать, вальяжное перевоспитание меня в стенах психиатричек без суда и следствия, вальяжное перевоспитание меня в тюрьмах без суда и следствия в период с 73 по 78 год КГБ не удалось. И они меня перевели, так сказать, из разряда психбольных в разряд политзаключенных. То есть это, в принципе, был их первый проигрыш, это был проигрыш дьявола перед лицом добра, перед лицом Творца. Когда они тебе
предлагают какой-то вариант борьбы, ты против этого противопоставляешь свою позицию. Они теперь предлагают еще более жестокое давление. Ты предлагаешь им нечто еще тоже более жестокое, которое от тебя требует уже большего вовлечения твоих ресурсов душевных, физических и так далее, и так далее. И вот многие могут истолковать, допустим, мое поведение вот в это время, в 80-й, 83-й год, как какую-то мою слабость, какую-то мою несостоятельность как человека перед лицом дьявола. То есть, ну вот как ситуация была. Меня сажают в ШИЗО, 3 месяца держат в ШИЗО. Выпускают буквально на 2 недели и сажают в ПКТ. 8 месяцев я нахожусь в ПКТ. В ПКТ объявляю голодовку. За 50 суток они мне только 2 раза залили через шланг смесь. У меня где-то 55 килограмм вес. Вот сейчас я перед вами сижу, у меня под 90. Тогда было 55 килограмм где-то веса. Вот. И они что делают? Берут меня, выводят на работу. Им нужно было формально бумага, чтобы оформить меня на крытую тюрьму, то есть перевести на тюремный режим. Для этого им нужно было меня вывести на работу, я отказываюсь от работы, и они оформляют бумагу на тюремный режим. Вот они меня выводят на работу, я это знаю, и я тоже им предлагаю свою борьбу. Не потому, что я боялся тюремного режима, я знал, что если я уеду в тюрьму, мне будет гораздо легче. Я попадаю, так сказать, в свою среду обитания, к своим товарищам. Потому что в лагере, в том лагере, в котором я сидел, это 37-й лагерь в Перми, это был ужасный лагерь. Беру в руки лом, поднимаю его и сразу теряю сознание. Прихожу в сознание, вот, опять поднимаю лом, опять бью, а меня заставили долбить сохшуюся и смерзшуюся глину. Это была ранняя весна 82-го года, были морозы стояли, еще очень сильные. Ну, короче, 4-5 таких падений, когда я же теряю сознание, падаю без сознания, я разбил себе лицо, кровь течет. Но они, конечно, этого не вынесли, они меня хватают и сажают в ШИЗО опять. Ну, в ШИЗО так, они меня сажают в ШИЗО, я понимаю, что идет ломка, что они меня проверяют, дьявол наступает, а я вроде бы нахожусь на одном рубеже и колеблюсь. Ну, камеры мне были все знакомы в ШИЗО. Меня старые зэки поймут и знают, что это такое. Там каждый гвоздик, каждый сучок знаешь и изучаешь за эти долгие годы и месяцы, когда ты проводишь в этих камерах. У меня там был гвоздь в этой камере, в ту камеру, которую меня бросили, ржавый. Я разорвал себе вены. Так вот, как раз вот этих разрыв вен. Может кто-то посчитать, как... моя слабость, что я ломался. Нет. Просто дьявол наступал, и мне нужно было предлагать тоже новые формы борьбы, новые формы сопротивления. Но это не было слабостью. Или ты должен был отказаться от своих взглядов, отказаться от своего противостояния, отказаться от борьбы с советской властью, с коммунистической идеологией, то есть с дьяволом, и написать об этом бумагу. Или же ты должен был подписать бумагу на сотрудничество с КГБ. Если ты написал бумагу, что ты отказываешься, так сказать, воевать с советской властью, то это значит было знак качества работы КГБ. Или если ты написал бумагу о том, что ты хочешь помогать и сотрудничать с КГБ, и написал под подпиской или соглашение на сотрудничество с КГБ несколько доносов, то все, ты уже превращался, так сказать, в труп. 1,5 года голодовок. 2,5 года ПКТ. Что такое ПКТ? Это помещение камерного типа. Это тюрьма при лагере, при зоне.
Два года ШИЗО – это штрафной изолятор. Когда тебя день кормит, день тебя не кормит. Когда ты сидишь в клетке 7 дней, и только на 7-е сутки тебя выпускают на 10-15 минут с 2-3 тазиками воды, ты помылся, и опять тебя на неделю закрывают. В камере все промерзшее, ты в тонком белье, тебя пытают холодом, ну, естественно, голодом, потому что где-то на 10-12 сутки ты уже с пола подняться не можешь, так встать в полный рост, потому что у тебя просто теряешь сознание, кружится голова, теряешь сознание. Ну, я хочу сказать, что я сидел средний. Вот те параметры, которые я вам назвал, я сидел средний. Сидели люди гораздо круче меня, гораздо тяжелее меня сидели. Вот. Я сидел средний, так сказать, для своего тела. Но с первых моментов, я еще раз подчеркиваю, с первых моментов стали убивать душу. С периода следствия, с первого дня, пытались внушить мысль, что я никто, что я негодяй, что я изменник, что мне вообще не жить среди людей, что я изгой, что я что-то кошмарное, которое вообще не имеет права существования на земле. Я диссидент, выступающий с позиции человека. Если можно человека сравнить, ну, будем говорить так, с рыбой, то 74 года назад рыбу выбросили на берег. И вот 74 года эту рыбу переворачивали с одного бока на другой бок. Ставили на голову, ставили на хвост, пытаясь на суше вырастить такую рыбу, которая бы на суше была рыбой. Но даже ребенок знает, что для рыбки нужна как минимум баночка с водой. И вот все 74 года, обдирая колени, души и тело, эта рыба ползла в воду. То есть 74 года человек в Советском Союзе, после Октябрьской революции, именно человек, жизнь, обдирая колени, души и тело, ползут в воду. Поэтому в Советском Союзе коммунизм, эту тоталитарную, античеловечную систему устраняет не Ельцина и Горбачева, не какие-то партии, а сама жизнь, сам человек, так как коммунизм, тоталитаризм, противоестественной привязки к человеку, именно сама жизнь возвращает человека в его естественную среду обитания. Женщина рожает, солнце светит, за летом придет зима, за зимой опять весна и лето и так далее. То есть жизнь продолжается, и жизнь свое возьмет. Здесь у меня на вот этой брошюрке Юрий Орлов. Я еще 10 лет с ним назад сидел вместе в одной камере в ПКТ в 37-й зоне. 10 лет, это 81-82 год. Член-корреспондент Академии наук, сейчас председатель Всемирного хельсинского движения, живет в Соединенных Штатах, работает преподавателем в университете. Вот. Витя Некипелов в 89-м году умер, тоже вместе довелось сидеть. Поэт, несколько раз был осужден. Вот. Корягин Анатолий, врач-психиатр, живет сейчас в Швейцарии. Вот здесь Татьяна Осипова, Сергей Ковалев, живут в Нью-Йорке, тоже с ними вместе сидел. Вот опять Натан Щеранский. Вот очень интересный человек, Николай Петрович Горитой, просвитер Баптистской церкви. Вместе со своим свояком, когда они выехали в 87-м году за рубеж из Советского Союза, то выехала семья, 104 человека, дети, внуки и так далее. Это Анатолий Марченко. Ну, это известный человек, писатель, тоже где-то около 20 лет отсидевший. В 86-м году они его убили в Чистопольской тюрьме. Ввели ему кофеин вместе с глюкозой в ослабленное сердце. Это было заведомое убийство. Лагерь 35. Лагерь для политзаключенных в 2000 километров от Москвы. 350 километров от города Перми. В Уральских горах. Все то, что творится в лагере, это, собственно говоря, все, что творилось в Советском Союзе вообще. Но здесь все это сконцентрировано и доведено до совершенства. Ну, вот здесь, это называется пятый угол, как мы его называем. Это здание ШИЗО и ПКТ. Здесь я провел где-то около
в общей сложности около 2 лет. И когда выходил из лагеря, приезжали корреспонденты, я тоже там сидел. Вот шеф лагеря Николай Осин, Николай Макарович Осин. Ну, вы посмотрите на его лицо, красавец, красавец. Взращенный садист. Ну, это его заместитель по режиму, майор Максин. Это лейтенант Капитанов. Незадолго перед приездом ему дали звание старшего лейтенанта. Всегда мы его звали лейтенант Капитанов. Стойка, посмотрите, эсэсовская, такой красавец. Богдан Крымчак, украинский националист. Боролся всю жизнь за отделение Украины от России, от Советского Союза. Здесь ему на фотографии 50 лет, половину из них в лагерях. Вся жизнь, с самого начала жизни, жизнь начинала, собственно говоря, с детского возраста в поселках, куда были сосланы украинцы из Львовской области. Это было на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Когда женился, не было даже кольца, чтобы одеть жене на руку. Здесь опять показано. Ну, вот здесь я за решеткой, вот из всего лагеря мы трое сидим за решеткой, стоим на статусе политзаключенного. Я с матерью в очень юном возрасте, еще ни она, ни я не подозреваем, что ждет меня впереди, кого она родила. Еще и я, и она считаем, что все у нас будет хорошо, как у всех, и что я еще не буду тем, кем я сейчас стал. То есть никакого подозрения. Безоблачное будущее. Как оказалось, впоследствии все это было... Валет-пике. Напрасные хлопоты. Все произошло совершенно по-другому. Она еще не знала, и я не подозревал, естественно, в том возрасте, что это будет 18 лет лагерей и психиатричек. Что я буду государственным преступником, что я буду врагом народа и прочее. Ну, здесь дальше... Видите, какой бравый солдат. Незамутненный взор души и тела. Готов стучать копытами. Тоже еще ничего не подозревающий. Еще надеющийся и ждущий чего-то обычного, но приемлемого. Ну, тут тоже солдат. Вот. Дежурный, ответственный дежурный по роте. Служба, спортбати, Алма-Ата. Ну, это студенческая фотография. Он здесь где-то, я в пионерском лагере работал, тут мне лет 20 или 21 год. Тоже еще полон. Душевная беззаботность, безоблачность, молодость. Так. Ну, а здесь уже вот немножко постарше. Это когда я закончил институт, где-то 22 года. Вот. В зале тут ребята, товарищи по спортзалу, по сборной, вот, сфотографировали меня. Случайно тут позирую перед зеркалом, впереди зеркало стоит. Это тоже Алма-Ата, институт физкультуры, зал института физкультуры. Вот. Ну, что здесь? Ну, здесь вот эта фотография, это за 2 месяца перед арестом, вот последним арестом, 13 лет и 3 года ссылки, 16 лет. Но здесь уже я могу сказать, что здесь уже душа прошла через 5
тюрем, 5 арестов предыдущих, 5 психиатричек, 5 тюрем. Это уже был очень большой душевный опыт. Большой душевный опыт контакта с дьяволом. Контакта с дьяволом. Что давало мне силы? Что давало мне силы? Я каждый день говорил, ты должен выжить. Ты должен выжить и пропеть свою песнь до конца. Ты взял какой-то определенный тон, и ты должен допеть до конца. Пока ты жив, ты не должен сдаваться. Победить себя, преодолеть все свои слабости. Выжить и победить. Победить именно дьявола. Победить именно дьявола во имя человека. Вот все мои были мечты. Ведь сам мой перелет – это апогей. Это последняя точка, мой полет – это последняя точка вот в этих мечтах. Это, как говорят, последний восклицательный знак. Это не просто бег на 100 метров с барьерами. Это какой-то пролонгированный, продолжавшийся почти 2 десятка лет, бег с такими препятствиями, где барьеры вырастают от земли до безмерности, бесконечности и беспредельности. Ибо с одной стороны борется добро, душа, человек, а с другой стороны дьявол, зло, все темное и мрачное.